А, Томми, я рад. Настоящий мастер. Маэстро. Наконец-то я бы сейчас лошадь съел. Здравствуйте, Дон Сальери, добро пожаловать. Ты себе не представляешь, как я соскучился по твоим фирменным блюдам. Еда потрясающая, Пепе. Так хорошо, я уже давно не обедал. Мольте грации, Дон. Похвала такого гурмана, как вы, всегда приятно. Да ладно тебе, какой из меня гурман. Если бы ты знал, что я ел вчера на обед, ты бы точно так не сказал. Может быть, что-нибудь еще, да? У меня есть превосходное кьянти. Правда? Тогда неси его сюда, Пеппа. Сию минуту, сэр. Тебе понравилось, Томми? Босс, это было великолепно. Надо будет как-нибудь привезти сюда Сару. Ну, да, непременно, Томми. Поберегись, как бы Сара не обиделась из-за того, что готовит куры Пеппа. Мне ланч. Мистер Морелло, тебя должно быть уже хватит. Так что мы бы, по крайней мере, дать мне пригубить вина. Нет. Покончим с этим. Брось ему подарочек, Джо. Может, мы выкурим его оттуда? На вас так интересно работать, босс. Ты сказал? У меня в ушах звенит от взрыва. Да, босс. Похоже, этот путь для нас закрыт. Попробуй обойти их со спины, пока я тут буду развлекать их. Да, босс. Будьте осторожны.
ты не пальцем деланный, Томми. Ты спас мою задницу. Да вы и сами неплохо выступили, босс. Господи, ну и дурдом. Слава богу, Пеп успел спрятаться. Бедный парень. Надо будет послать ему денег на ремонт. Обязательно. Босс, хотел бы я знать, как они догадались, где. Думаете, за нами следили? Я так не думаю, Томми. Кажется, я понял, кто сдал меня. Кто? Карло. Мой телохранитель. Этот чертов сукин сын. Только он знал, куда я собираюсь. Кроме того, он сегодня отпросился с работы. Слишком хорошо знал, чем это пахнет. Очень похоже на правду. А, я так думаю. Да я его порву как тряпку. Карло снимает квартиру в маленькой Италии, неподалеку от нашего бара. Там еще внизу пиццерии. Поехали. Карло, старый ублюдок, мы пришли за тобой. Давай, Томми. Выбей дверь, ворвись туда, ублюдка. Не делайте этого! Он спустился по лестнице, Томми, он убегает, хватай его! Пожалейте, у меня семья! Господи,
вытащите, леди, иначе будете следующей. Полиция! Кто-нибудь! Убей негодяя, Том! Не будь идиотом, пристрели скотину! Не трать на него время, на этого ублюдка! Карла, старая крыса, разве мы плохо ладили? Что я сделал, что ты так со мной поступаешь, а? Знаете что, босс? Что? В первый раз в жизни я грохнул человека без штанов. Ничего страшного, я тоже в первый. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Смотрите, как кто к нам пришел. Как жизнь, Серджио. Чтим уголовный кодекс. Вижу, у тебя новая боксерская груша. Но этот джентльмен считает, что с кассой профсоюза не все в порядке, хочет устроить забастовку. Я всегда говорил, что забастовка — это плохо. Очень плохо. Если, конечно, ее не организует мой дорогой брат ради высших интересов. Тебе это с рук не сойдет? Ребята тебе покажут. Я думаю, ты переоцениваешь их мужество. Ты насекомое! К сожалению, я пришел сюда не ради этой дискуссии. Сейчас будет урок о некоторых основных положениях о профсоюзах, принятых в стране нашей свободы. Продолжайте, парни! Чему обязан твоим посещением, брат? Сальери жив. Что? Как он мог выжить? Боюсь, на этот вопрос он не станет нам отвечать. Ублюдки, гореть вам в аду. А больше нет никого, кто мог бы рассказать, что случилось. Наши парни мертвы. И эта крыса Карла тоже мертв. Не соблаговолишь заткнуться? Мы тут пытаемся разговаривать. Иди к черту! Так с мистером Морелло не разговаривают. Боже, он должен был быть там один. Не мог же этот старикан убить так много наших ребят. Он мой ровесник, так что я не был бы так уверен. Но он, возможно, был там не один. Думаю, теперь они планируют от нас избавиться. Что же нам делать? Я постараюсь что-нибудь придумать. Будь осторожен. Теперь у нас на хвосте будут его лучшие бойцы. Так у нас теперь война? Да мы уже давно воюем. Но сейчас более чем когда-либо. Береги себя как следует. Босс, похоже, с него уже хватит. Что нам с ним дальше делать? Ну не знаю. Добейте его и утопите в океане. Томми, это покушение означает, что Морелло открыто объявил нам войну. Придется с ним разобраться. Если бы у Морелло не было дружков среди политиканов и других важных городских шишек, наши силы были бы почти равными. Ликвидируем этих людей. Наш противник будет здорово ослаблен. Именно это мы и должны сделать. Уничтожить его союзников. Правильно. И как мы все знаем, открытой войны следует избегать. Уберите генералов, тогда солдаты сдадутся без боя. В общем, мы так и поступим. Перебьем их по одному. Что конкретно имеется в виду? Первый на очереди – городской советник, который причинил нам так много хлопот. Морелло привел его в политику и приобрел в его лице сильную поддержку. Пора отправить его вслед за сынком. Сегодня же. Советник отмечает свой день рождения и решил устроить глобальную попойку. Пьянка состоится на пароходе, ожидаются фейерверки и прочее. Потом он скажет речь перед прессой. Там будет масса людей, которые и думать забудут катить бочки на нас, когда увидят, что с ним стало. Звучит довольно рискованно. Но ох, как стоит риска. Винченцо знает подробности. Ага, как я и сказал, это на пароходе. Попасть внутрь без приглашения будет непросто, но я знаю, ты сможешь, Том. Самое главное, постарайся не привлекать внимания, пока не достигнешь цели. Конечно, оружие через охрану ты не пронесешь, но это я уже уладил. Как только попадешь на борт, надо будет зайти в один сортир. Там будет спрятан маленький револьвер. После этого подождешь немного снаружи. Советник, скорее всего, будет торчать в своей каюте, но он выползет, чтобы открыть торжество и сказать речь. Это твой звездный час. Во время речи его и шлепнешь, Том. Акция должна быть публичной, а эта речь подходит как нельзя лучше. Там будет большая толпа, с которой ты можешь смешаться, когда выполнишь свою роль. И что потом? Хотелось бы вернуться на берег целиком. Потом начнется сумасшедший дом. На пароходе будут охранники, и ты должен суметь проскользнуть мимо них в неразберихе.
Если не сможешь, беги на нос, а Полли подберет тебя на лодке и доставит назад в лучшем виде. Так что, Томми? Вообще не пикник, но ты должен справиться. Ладно, я берусь за это. Пароход стоит на якоре на набережной Центрального острова. Тебе лучше поторапливаться, а то не успеешь. Следи за временем. Бона фортуна, Том! Ну вот и я, Ральфи. Сегодня мне нужно что-нибудь одноразовое. Мы не знаем, как пойдут дела. Привет, Томми! Это не проблема. У меня есть вот эта малышка. В последнее время они очень популярны. Вдобавок, они очень прочные. Смотри, как легко ее украсть. Отлично, Ральф. Да, вот это мне подходит.
Дорогуша, вы видели, как одет этот мистер Стив? Я хочу еще кофе. И я тоже. Подойдет официант, надо будет спросить. К сожалению, мы не обслуживаем человека. Наслаждайтесь. Дорогуша, как вы из этих дорог очень скучаете? Ты нужен настоящий мужчина. Отцепись от меня. Это твой первый день? Капитан мог бы сказать нам, что у нас в команде. Такой чудный вечер, что совсем не хочется работать. Нужна помощь. Видел эту бабенку с Джоном? Да. Эй, ты знаешь, где ключи от этого драного сортира? Эй, ты знаешь, где ключи от этого драного сортира? Не приставай ко мне, я очень занят. Эй, мне очень нужны эти ключи, я там кое-что забыл. Ладно, я могу дать их тебе, но за это ты должен обещать, что приберешь там и принесешь ключи обратно. Я буду ждать тебя на корме. Конечно, я обещаю. Ладно, тогда бери, но потом обязательно верни. Где ты, крошка? Теперь ты видишь, как все просто. Можешь открыть фирму и заняться уборкой помещений. Да, и буду использовать тебя вместо прямки.
Здесь так много приятных людей, все крутые. Превосходная мысль устроить вечеринку на пароходе. Привет, Джон. Надеюсь, ты не скучаешь? Добрый вечер. Да, здесь чудесно. Как поживаете? Надеюсь, вам нравится. Спасибо. Вы тоже. Эй. Я рад, что вы выбрались. Благодарю вас. Спасибо, спасибо. Добро пожаловать на наш вечер. Я никогда не думал, что у меня столько друзей. Томми справился. Теперь все городские политиканы напуганы. Никто не хочет кончить, как этот советник. Молодчина, Том! Но это еще не все. Теперь у нас на мушке правая рука Морелла. Его братец Серджио Морелла. Он заправляет городскими профсоюзами. Его главная кормушка — профсоюз докеров. Благодаря ему он практически контролирует весь городской импорт. Убив его, мы лишим Морелла солидной части его дохода. Я знаю, как мы это сделаем, босс. Обычно Серджио сидит в ресторане «Итальянский садик». В ресторане есть телефон, а напротив, через улицу, телефонная будка. Ты заходишь в будку, звонишь в ресторан и просишь Серджио к телефону. Я буду стоять перед рестораном с Томпсоном, и как только Серджио подойдет к телефону, пристрелю его. Потом прыгаем в машину и быстро сваливаем. Что скажете? Ага. Думаю, со звонком-то я справлюсь. Приступайте, ребята. Винченцо выдаст вам оружие. Винченцо, мне нужен автомат Томпсона и что-нибудь для Тома. Ладно. Вот, мальчики, я буду болеть за вас. Спасибо. Томми? Похоже, я не знаю, как туда попасть. Томми? Привет, Ральфи. Нам нужна машина. Эй, у меня здесь новенький Тераплейн. Это очень достойная и мощная машина. Она вам понравится, Поли?
Здесь новый тип замка, но умному человеку не составит никакого труда его открыть. Просто вот так. Легко и просто. Нажми до щелчка. Класс. Теперь вперед, Том. Пошли. Здесь, Том. Я буду стоять снаружи. Можно позвонить из этой будки. Скажи, что хочешь поговорить с Сержем. Как только я убью его, прыгай в машину и жди меня. Делай верно. Мистера Морелло, пожалуйста. Подождите. Братан, мистера Морелло сегодня нет. Господи, Оли! Это не он! Оли!